Друзья, в диктатуру требуются активные игроки от 220-230 тысяч силы, которые не сливаются на битве гильдии. Заявочки можете оставлять вице-лидеру в Телеграме, вся информация у вас на экране, а также можете заявку оставить в группе моей ВКонтакте. Ссылочка будет, конечно же, в описании. Так что всех ждем, вступайте. Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков и роллинг на 114 тысяч самоцветов, а также открытие множества ништяков. Но как множество? На самом деле, тут, конечно, 22 легендарные карты, но мы и так прекрасно все знаем, что же оттуда выпадет. Это достаточно сомнительная история и на данный момент даже не интересно. Хотя было бы интересно, если бы, конечно, оттуда могли выпасть герои, которые не присутствуют на данном аккаунте. Но самое прикольное, это то, что здесь 149 сундуков форта и 107 удачных сундуков, ребята. По сути, можем сделать статистику, посмотреть, сколько же оттуда выпадет нам коробок таланта 5 уровня. Будем надеяться, что хотя бы одна выпадет с этого количества, потому что вы сами знаете, какой рандом жестокий и беспощадный. Аккаунт мне предоставил игрок под ником v.y.p, за что ему большущее спасибо. Гильдию я рекламировать не буду, потому что он сейчас находится не в гильдии, наверное, переходит в какую-то другую гильдию. Ништяки мы откроем в конце видео. Также будем сегодня и талантики ролить. И, кстати, хотелось бы вас попросить, ребятки, давайте проведем эксперимент. Мне просто хочется посмотреть на активность своих подписчиков. Самое крутое популярное видео у меня набирало вроде максимум 4 или 5 тысяч лайков. Я думаю, даже 5 тысяч лайков не было. Данный видос посмотрит как минимум 10-15 тысяч человек. Давайте, если вам не трудно, поставьте лайк видосу и попробуем набрать 5000 лайков, ребятки. Если вы вредные, такие же, как я, к примеру, и вы не хотите ставить лайк, ну, поставьте дизлайк. Мне просто хочется посмотреть активность аудитории. Давайте проверим. Ну, реально же, ну, смотрят 15, 10, 20 тысяч человек. Ну, как-то 1000 лайков, там, 500 лайков. Ну, не серьезно. Давайте проведем эксперимент и посмотрим, сколько у нас получится собрать лайков. И заранее вам за это большущее спасибо. Бо. Вот такие вот у нас, ребятушки, дела. Давайте поговорим по поводу аккаунта и посмотрим, что же нам нужно здесь выбить. Нам нужно здесь выбить, как и, в принципе, на других аккаунтах, недостающих героев. В этом плане тут все просто. Нужен Анубис, Хранитель, Ронин, Стрелок. И еще на данном аккаунте я не заметил Ведьмы. То есть, по сути, нужны все новые герои. Ролю я до обновления. И получается, мы не можем, к сожалению, выбить носорога. Не знаю, почему так решил хозяин аккаунта. Но, возможно, из-за того, что пока не ввели нового очередного героя, на остальных героев шансов будет побольше. Может быть, у нас зато получится выбить Анубис. Ну, на это все дело мы посмотрим. Как бы вот хочется выбить новых героев. Также будем ловить повторки черепу и, к примеру, остальным героям. Потому что, как мы видим, они здесь все только первой эволюции. И еще мы сегодня попадаем на акцию, в которой можно потратить самоцветы и получить ништяки. Сегодня потратим больше 100 тысяч самоцветов, поэтому мы заберем отсюда максимальное количество, все, что только можно. Вот я себе недавно ролил больше 10 тысяч и забрал как бы херобору всякую. Вот самое интересное, это было 3 карты смены таланта и легендарная карта. Ну ладно еще, ну как бы такое. А вот, когда уже ролишь 50 тысяч, 100 тысяч, уже тут какие-то интересные плюшки дают. Кулачки и коробка таланта 5 уровня. Ну что, пожелайте мне удачи, погнали, ловим героев. Я надеюсь, рандомчик нас сегодня не подведет. Полетели. А где здесь алтарь? Алтарушка. Алтарь, я ж в тебя недавно заходил. А вот ты где. Места вроде на складе были. Ну давайте по дешману начнем. Ангел, циклоп, палач, кристаллический, наемный убийца, снайпер, оборотень. Слушай, как-то херовое начало, герои... Князь тыквы, знаете, хорошо, когда падают герои с самого начала, это значит, что как бы есть шансики, что упадет много героев. Бульдозер, смерть, но нам, по сути, лучше пускай падает мало героев, но в те редкие моменты, когда они будут падать, пускай падают Анубисы, Хранители, Ронины, Стрелки, но вы сами знаете, даже за 100 тысяч самоцветов это все трудно выбить. Медуза, Медуза у нас была, вроде ведьмы я не видел, да, но будет повторка. Надеюсь, полезный герой сейчас выпал. Так, слушай, ну мы уже потратили больше 10 тысяч самоцветов. Смерть. Вторая уже за сегодняшний день падает.
Так. Ребятки, не забываем, да, варлок. Не забываем про то, что давайте сегодня, ну, экспериментик проводим. Все лайкусик поставим, напишем комментарий, проверим активность, ребятки, нашего канала. А то, как бы, вообще, что-то сейчас активность летом падает. И битвы замков, в частности. Вот хотелось бы отдачи какой-то получить, получить мотивацию. Я был бы вам весьма благодарен. Но душегуб. Королева гарпий. Но что-то как-то... Что-то как-то, ёлки-палки. Ёлки-палки, ну что ж ты так, давай. Давай, по-быстрому, шаман, палач, смотри, ни одной... Хранитель упал! Воп. И это очень хорошо. Недостающий хранитель. Кстати говоря, знаете, я очень часто в алтарь смотрю и не вижу героев, потом говорю, они недостающие, а вы потом в комментариях пишете, что ты князь слепой, на самом деле он был. Вот, но здесь я уверен, что вроде хранителя не было. Так что поздравляю уже хозяина с появлением первого недостающего героя. Роллинг уже прошел не зря. Хотя, елки-палки, конечно, если мы потратим 114 тысяч самоцветов и выбьем только одного недостающего, то это будет совсем грустно. Но вы сами знаете, сколько героев сейчас добавляет IGG каждый месяц. И все труднее и труднее выбить то, что нужно. Валентина, может, повторочка полезная, рыцарь. Так, ну-ка, давай. Давай до 70 сейчас проролим, потом откроем хранителя. Будем подроливать талантики, тоже сбивать рандомчик. Влад Дракула. Но я бы сегодня больше героев поролил, наверное. Так, душегуб. Уже не первый раз сегодня падает. Ну, что ж ты так, а? Пипец. Вот такой, здоровый пипец такой, знаете. Хотелось бы... Это сколько я уже? 25. Да я больше 30 тысяч самов сейчас проролил, рыцарь тьмы. Выпал только один хранитель, да? Ну, недостающий. Хотя, ну... Я не знаю уже, как оценивать роллинги, ребятки. Уже очень трудно, потому что непонятно, что намешали тут с рандомом, сердцеедка. Кстати говоря, может быть, ее тоже не было, надо глянуть, потому что что-то я не помню, чтобы она была. Походу, и сердцеедки тоже не хватало. Ну, сердцеедка, ну, тоже неплохо. Многие ребята ее юзают, и там на архидемоне, леди Лео. А вот, и, может, и леди Лео не хватало. Хранитель второй, повторочка, отлично, сразу на эволюцию пустят. Вот, ну, сердцеедушку там и на адском саммите используют, леди Лео еще одна. А, так что посмотрим. Ну, в принципе, что-то падает. Медуза уже который раз сегодня вываливается. Анубис! У меня аж хромакей заглючил, ребятки. У меня аж хромакей заглючил, а я рад. Вот теперь уже точно роллинг прошел не зря. Ну и плевать, что хромакей глючит. Мы, главное, выбили Анубиса. Давайте до 60 тысяч и распакуем героев недостающих. Капитан Дрейк. Начнем уже потихонечку талантики ролить. Так. Королева Гарпий. Ну-ка, давай еще. Давай еще. Ну что ж ты? Ну что ж ты страшная такая? Ты такая страшная. И не накрашенная страшная. И накрашенная. Ставь лайк и пиши комментарий, кто помнит эту песню. Проверим возрастную аудиторию. Какой возраст у моей аудитории. Триантик, ну ладно, на нем и остановимся пока что. Паладин. Нет, на паладине остановимся. Вот, еще раз смотрим. Алтарь. Так, кстати, он просил почему-то настоятельно повторок черепа, но они не приходят к нам. А, леди Лео я тоже не видел. Слушайте, я... Вот, блин, фигово, что он мне не дал точный список недостающих героев. А вот, леди Лео есть, повторок навыбивали. Ну, сердцеедки я не вижу. Ладно, тогда сердцеедку Анубиса Хранителя распаковываем. Вы же, ребятки, я надеюсь, тоже не видите сердцеедку. Будет, конечно, очень глупая ситуация, если сердцеедка здесь была, а я возьму ее, распакую и... И вы мне напишите потом в комментариях. Князь, ты чё? Так, Анубис, сердцеедка, Хранитель. Распаковываем этих ребят. Вот, кстати говоря, здесь не хватает ведьмы. Вот, я очень часто... Ребят, выбиваю ведьмы там, где они не нужны. Вот они конкретно мне падают. А сейчас почему-то нету, короче, ведьмы.
Она здесь нужна, а она здесь почему-то не падает. Ну и как же... Как жить-то дальше, а? Скажите, друзья мои. А, так, герои. Так, Анубис. Уже хорошо, уже очень хорошо. Даже если больше ничего не выпадет, роллинг прошел не зря. Потому что, знаете, там и по 500 тысяч самоцветов тратить, и Анубисы не могут выбить. Я как бы тоже на своем аккаунте немало самоцветов потратил в надеждах получить этого, блин, говногероя. И вот ни хрена, здесь вот получилось. А, так, что у нас дальше? А, Анубис с таким талантом, Хрон у нас с таким талантом, Сердцеедка с таким талантом. Ну что, давайте приговор уже на первое время можно Анубису поставить. Поменять, заменить, сменить, Берс, 2,8, пока что сюда, Коррозия 4,5, пока что сюда, Стойкость 3,8, пока что сюда, Бог войны, Ослабление, что тут с допами, ну да, тут вряд ли у кого-то единички есть. Так, оживление, ерунда. Баст второй, ерунда. Ожог пятый. Ну, пипец. Давай, что тут у нас? Ниндзики есть какие-то еще? Всунем допу. Давай дальше. Каменная кожа третья. Ну, тоже такое. Ну, можно на первое время сердцеедки. Так, давай. Стойкость четвертая. Ну, давай. Хранителю. Берс. Просвет третий. Просвет третий. Можно ниндзику какому-нибудь. Ну, ниндзики тут. У него. А, вот сюда можно. Так. 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 Ну, давай. Ну. Что ж ты, а? Ёлки-палки, самоцветы улетают, а талантов не прилетает топовых пятерок. Ярость небес, четвертая. Ярость небес, четвертая. Можно, в принципе, хранителю поставить. Ну, потому что там не пятая стойкость была. Пятая стойкость я, конечно же, не менял бы. Вот. Тяжелый удар. Допа какого-то найдем. Так, здесь третья ремка, ладно, менять не буду. Так. Ну, давай. До 40 тысяч. А потом пойдем ролить героев. Нам еще стрелка нужно выбить. Ронина. Ремка вторая. Слушай, ну таланты, да. Смертельный удар. Пятый смертельный удар. Но этим никому не пойдет. Ладно, смотрим, что там у друида. А, давай химеру сначала проверим. Химеру. Во, укротителю можно поставить. А химера, ну это все для архидемона, ребятки, смотрю. Химере, конечно, лучше тяжелый удар. Вот. Вот это основная, да, химера. А, здесь даже стоит смертельный удар. Ну давай, идем дальше. Вот и был первый талант, который, ну блин, такой, знаете, типа более-менее. Что у нас тут с основными-то героями? Здесь нормально, здесь так, здесь хорошо, здесь не очень. А, окей. Окей, окей, здесь окей, окей, здесь, ну ладно, пускай пока качается, здесь тоже, четвертая ремка уже, так, так, ну все хорошо, терпименько, так, друиду тоже там можно замедление какое-нибудь пятое всунуть, здесь просвет, пускай остается с просветом, нету смысла менять, потому что это третья ремка, так. Какая гарпия злая будет с 5,8 бастионом. Ух. Ух, какая гарпуша будет злая. Так. Ну, ладно. Ладно, идем что дальше. Здесь, я думаю, третью ремку. Ну, можно этой поставить, что пускай бегает. Ярость небес пятая. Угу. Вот кому всунуть. Давай на первое время всунем хранителя. Вон у меня вице-лидер бегает с хранителем, у которого ярость небес.
Ничего, говорит, нормально. Хранитель танкует, все будут биться и станется. Так, утекание жизни, ерунда. Ну, конечно, хранителя бы лучше там с коррозией, с ремкой или стойкостью. Ну, третий разброс, ерунда. Второй разброс. Ладно, погнали героев ролить. У нас еще впереди коробка таланта 5 уровня, да, оттуда по-любому какая-то до пятерка упадет. А во-вторых, у нас там еще много сундуков, удачных, неудачных, откуда мы тоже, в принципе, можем взять и там получить коробку таланта 5 уровня. Так, малышник. Кстати, вот я не помню, был здесь малышник, я его не видел. Походу, это тоже недостающий герой. Ну и чё, всё, больше не падает? Так. Ну если есть хранитель, Анубис, уже жить можно. Арес. Капитан Дрейк. Так, давай до первой, до первой легенды и потом пойдем душегуб. Талантик паролем. Медуза. Чё, падать начало? Нет? Душегуб. Чё, падает? Нет? Нет? Вот, посмотрим, есть малышник или нет, тогда еще чуть-чуть таланты паролем и пойдем дальше ролить героев. Так, малышник, малышанника не вижу. Малышанника здесь тоже не хватало. Окей, открываем малышанника. Герой, ну слушай, ну как бы ролик такой, не зря, конечно, могло бы и побольше легенд падать, но, ребятки, за 100 тысяч выбить и Анубиса, и Хранителя, и причем повторку Хранителя, ну это большая удача, это очень большая удача, очень большая удача, я уже молчу про других недостающих героев. Так, смертельный удар здесь, конечно, ни о чем, сюда там бог войны, баст. Ну, хоть что-то, дай ты там тройку какого-то таланта. Нет, ты посмотри на эту жадную рожу. Рандом, ты чё? Вторая ремка. Ну, ожог давай на первое время. Типа, оживы. Что-то, ну, такое, знаешь, типа. Вот что-что, оживу ставить основным талантом на основных героев не люблю. Второе замедление. Да, что за говно падает, а? Ладно, пошли героев ролить. Герои падают не так уж и много, но падают недостающие. Это хорошо. Давай нам ведьмочку еще. Стрелка, Атлантикор. Кто там выпал? Кто там выпал, я не заметил. Но мне кажется, ничего особенного. Но я не заметил, потом надо проверить. Хер его знает, на самом деле, кто выпал. Ну ладно. Ладно. Пошли дальше, у нас 12 тысяч самов. Ну, давай, напоследок нам легендочку. Хорошую, недостающую. Нет, ну вы посмотрите, вообще все в пустоту, да? Хотя, че жалость выбила Анубиса человеку. Леди Лео, слушай, какая уже сегодня по счету падает. Че бы не другую легенду дать, а? Да того же, дай повторок ты героев. Даже повторки, как бы так, скажу, не особо падают. Суккуб. Ну, уж не суккубу повторку я точно ждал, ребятки. Так, ну что, давай, 5-3 тысячи самоцветов последние. Рыцарь. Ну, ты издеваешься? Суккуб. Ну, не, ну реально издевается Атлантикор. Ну, это издевательство. Сноузил и Триант. Ну, издевательство. Валентина, ну, хоть спасибо за Валю. Князь Тыква. Как самоцветы заканчиваются, так они, короче, решили легенду давать. Вы прикиньте. Ну, что это такое, а? А здесь мы забираем ништяки все. Слушай, ну давай так. Откроем, короче, сначала здесь эти ништяки, которые. Потом заберем те и еще тогда коробку проролим. Посмотри, сколько он откопил ресурсов. Ну, будет качать героев. Так, окей. У нас 11 легендарных карт. Арес выпал. О-ля-ля. Давай, что, отсюда выпадет? Так, отсюда ничего не выпало. Окей. Ну что, давайте с удачных сундуков начнем. Оттуда шанс того, что выпадет коробка таланта 5 уровня, очень мал. За все время, сколько я людям этих коробок открывал, да и себе тоже.
Ну, не падала оттуда коробка таланта 5 уровня. Ну, не хотела. Вот них один раз вот упала, помню. Один раз на стриме упала, на каком-то недавнем, и я тогда охренел. Вот, хотя людям падают, падают, но мне отсюда вообще, сколько бы ни ролил, вот сволочи не падают. А вот сейчас хотелось бы, чтобы упала. Я бы был бы рад. Смена талантиков у нас тут. Ну, талантики мы еще паролим в любом случае. Причем неплохо паролим таланты. Может, с этих смен талантов что-то упадет полезное. О. Так. Нормально. Окей. Ну, не выпала коробка таланта 5 уровня. Но отсюда шанс должен быть большой. В рот мне ноги. Да сколько там? 15 тысяч кулаков сейчас наварим. Будут очень кстати. Так. Ресурсики тоже. Ну, смотри, коробка не падает. Неужели ни одной коробки с такого количества удачных сундуков и, блин, и с атаки фартов не упадет ни одна коробка? Ну, рандом, ты издеваешься? Вот, ребят, после этого и копите. Если, знаете, вы там два раза в месяц открываете после атаки фартов, и вам не падает коробка оттуда. Ну, по крайней мере, не так обидно будет, когда вот сейчас я 150 открываю, и оттуда не падает ни одной коробки. Ну, что за говно? Ну, реально. Ты чё, рандом? Ну, как так можно? Беспредел. Просто беспредел. А, они еще и закончились, прикиньте. Они еще и закончились. То есть, по сути, меньше 1% шанс того, что тебе выпадет, ну, если, к примеру, да, у тебя 100 сундуков атаки форта или там удачных сундуков, у тебя меньше 1%, что выпадет коробка таланта 5 уровня. Ну, ладно, мы заберем ее отсюда. Подожди, мы зайдем в акции. Собрать. 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 И вот это вот собрать. Отлично, заходим на склад. Снова ваши подарки. Но это открывать не буду, потребляемые. 40. 40 раз талант паролим. Будем надеяться, что что-то выпадет. Так, ну с... А, мы же на почту не зашли. Вот. Теперь отсюда все забираем. Ну, нормалек, нормалек. Ресурсики, коробочка, карточки. Воу-воу-воу-воу-воу. Ой, я что-то не то нажал. Вот, нормально все. Так, так, ребятки. Ваши подарки. Еще одна легендарная карта. Сноузила. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, немножко карта покруче. Что же у нас оттуда упадет? Сноузила. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну еще, если отсюда упадет Сноузила, то вообще в рот мне ноги. Валентина? Нихера себе. Серьезно, серьезно. Ну, окей, ребятки. А, питомцы, давай посмотрим, что у нас из питомцев упадет. Слоняра только, легендарный. Еще одна слоняра. Ну, осколки, тут понятно, что ничего толкового там. Вольторы оттуда не падают. Ни разу, по крайней мере, не видел. Здесь еще. Ладно, сколько там? Фиолетовые яйца упадут? Да, одно упало. Слушай, хороший шанс. Ну что, давайте, пошли, у нас там 40 попыток талантик паролить. Так, 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 так. Будем надеяться. Будем надеяться на хороший талантик. Так, или коробку сначала открыть. Ну давай коробку откроем. Пятый баст. Тут надо подумать. Тут надо подумать. Слушай, я бы, наверное, всунул бы это. Вот я бы, если бы у меня был Анубис, если бы у меня был Анубис, я бы, наверное, своему Анубису сунул бы бастион именно. И защита будет неплохая, и атака будет тоже. Что-то среднее, да, между каменной кожей и богом войны. Слушай, давай Анубису. И нормально ему на подземках будет хорошо, когда качнет. Все. Анубиса обеспечили талантом, полетели.
Так, а живо 5,8. Ну давай на первое время. Давай уже нормальный талант. Приговор. Ну давай, ничем не хуже будет ожога. Пускай бегает с приговором, пока нормальный талант не появится. Третья ремка. От третьей ремки толку нету. Да и здесь на всех героях есть. Ну, слушай, хоть бы замедление. О, еще один бастион. Так, блядь. А тут надо подумать уже, кому ставить. Или малышу Нику. Блядь, ну хранителю я бы не ставил бы, наверное. Баст. Там ремка или стойкость там. Сердцеедки, по идее, можно. Но опять же, я не знаю, как он, какие он чувства испытывает к сердцеедке. Давайте посмотрим основных героев. Вот, и кому-то всунем баст. Так, здесь не нужен баст. Здесь хорошо с талантами, здесь хорошо. Здесь понятно, хорошо. Слушай, давай я Одеру, наверное, баст всуну. У меня Одер с бастом, чё, красавчик. Думаю, ему пригодится. Вот. Крайне будет герой обеспечен. Здесь тоже баст. Слушай, на этом аккаунте прет на бастионы. Как я посмотрю. Была бы там ведьма еще, можно ей было бы баст. Да, реально, на этом аккаунте прет на бастионы. Да, слушай, хорошая защита будет. Давайте одержимому. Погнали дальше. Давай нам еще топовый талантик какой-нибудь. Ну. Смертельный удар еще один. Смертельный удар. Ну давай укротителю. Для архидемона. Ну или укротителю, или друиду. Но я думаю, давайте лучше укротителю. Давай дальше. Ну давай за последние попытки. Хочется чудо. Ну, не буду я такой ставить сейчас. Друиду. Нету смысла, я думаю. Можно доп какому-то поставить. Кого там херово с талантом? Четвертое замедло. Ну, блин, он и рунами может собрать. Если менять кому-то что-то, то уже на пятерку менять. Так. Жесть. Жесть. Ну, в принципе... В принципе, все. Не, ну что-то поймали. Я считаю, что роллинг удался, ребятки. Кто не поставил еще лайк, не забывайте про эксперимент. Ставьте, или если не хотите, думаете, я не заслужил лайка, фигачьте дизлайк и пишите, какой я плохой в комментариях. Я думаю, что на этом все. Выбили Анубиса, выбили Хранителя, малыша Ника, сердцеедку недостающую. Все достаточно неплохо. Я думал, что будет хуже. Так что поздравляю хозяина с новыми героями. Ему будет что качать. В ближайшее время и даже не в ближайшее время. Вам же я пожелаю огромнейшей удачи. Вот. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. И всем пока, друзья. Пока. И не забываем подписываться. Вот так вот.